Лао Цзюнь. Рассуждение о 100 заболеваниях и путях исцеления. Если желаешь спастись от катастрофы или разрешить проблему, то лучше всего заранее предотвращать их появление в своей жизни. И тогда не будет трудностей. Для того, чтобы излечить недуг, избавиться от болезни, лучше всего быть готовым к ним загодя. Тогда будет счастливый исход. В настоящее время люди не обращают внимания на это и не стараются предотвращать, а направляют силы на то, чтобы спасаться, не стараются готовиться загодя, а пытаются излечиться с помощью лекарств. Потому есть такие государи, которые не способны охранить жертвенный алтарь государственной власти. Есть и такие организмы, которые не способны сохранить себя в целости в течение долгой жизни. Таким образом, человек мудрости добивается счастья, когда нет еще и предзнаменований. Он избавляется от беды, когда она еще не появилась. Ведь катастрофа рождается из мелочей, а болезнь возникает из тончайших отклонений. Люди считают, что маленькое добро не приносит пользы, и потому не желают делать добро. Им кажется, что от маленького зла не будет ущерба, и потому они не стремятся исправиться. Если не накапливать добро мало-помалу, тогда не получится великой потенции. Если не воздерживаться от зла в малом, тогда свершится большое преступление. Поэтому выберем самое важное, чтобы показать, как оно рождается. Итак, вот 100 болезней. Не зная постоянства, то радоваться, то гневаться — это болезнь. Забывая о долге, стремиться к выгоде — это болезнь. Любя чувственное наслаждение, разрушать потенцию — это болезнь. Привязываясь всем сердцем, любить — это болезнь. Ненавидя, желать кому-либо смерти — это болезнь. Из-за распущенности и алчности совершать ошибки, не замечая — это болезнь. Хулить людей, восхваляя себя — это болезнь.
все время меняться, потакая самому себе, это болезнь. Быть слишком разговорчивым, любить поболтать – это болезнь. Радоваться, преследуя неправого – это болезнь. Кичись знаниями, презирать других – это болезнь. Пользуясь властью, творить произвол – это болезнь. Считать людей неправыми, а себя правым – это болезнь. Обижать, небрежно обращаясь со слабыми и беззащитными – это болезнь. Побеждать людей, применяя силу, это болезнь. Лениться, ощущая свою власть и силу, это болезнь. В речах стремиться побеждать людей – это болезнь. Взяв в долг не помнить о возвращении – это болезнь. Считая людей неправедными, думать о своей праведности – это болезнь. Прямотой вредить людям – это болезнь. Не любя людей, быть расположенным к самому себе – это болезнь. И в расположении и гневе кичиться собой – это болезнь. Считать людей глупыми, а себя мудрым – это болезнь. Сделав достойный поступок, выставлять себя – это болезнь. У известных людей находить недостатки – это болезнь. Сетовать на то, что приходится трудиться – это болезнь. Иллюзии принимать за реальность – это болезнь. Радоваться ошибкам других – это болезнь. Кичиться перед людьми своим богатством – это болезнь. Будучи высокородным, презирать людей – это болезнь. Будучи бедным, завидовать богатым – это болезнь. Будучи в низком положении, зло говорить о благородных – это болезнь. Клевеща на людей, добиваться расположения к себе – это болезнь. Проявлять себя
через свою потенцию Д – это болезнь. Достигать успеха, нанося кому-то поражение – это болезнь. Из-за корыстных побуждений нарушать справедливость – это болезнь. Из-за любви к себе не видеть смысла – это болезнь. Сохранять безопасность за счет того, что другие оказываются в опасности, это болезнь. Быть ревнивым – это болезнь. Из-за вспыльчивости вступать в противоречия с окружающими – это болезнь. Много ненавидеть и мало любить – это болезнь. Постоянно обсуждать, что есть правда, а что неправда – это болезнь. Перекладывать ответственность на других людей – это болезнь. Отталкивая суть, привязываться лишь к внешним – это болезнь. Обсуждать достоинства и недостатки других людей – это болезнь. Считая людей лживыми, верить себе – это болезнь. Помогая людям надеяться на воздаяние – это болезнь. Порицать человека за то, что он не облагодетельствовал тебя – это болезнь. Поделившись с человеком, раскаиваться в этом – это болезнь. Любить, чтобы тебя увещевали, когда ты сердит – это болезнь. Ругать любых живых тварей – это болезнь. Колдовскими приемами причинить кому-либо вред – это болезнь. Порицать талантливых – это болезнь. Не любить людей за то, что они превзошли тебя – это болезнь. Пристраститься к разным зельям – это болезнь. Если нет ровного состояния в сердце – это болезнь. Возвращаться в мыслях к старым обидам – это болезнь. Создавать много шума по поводу каких-либо способностей
Это болезнь. Не воспринимать увещеваний и критики – это болезнь. При помощи официальных жалоб побеждать кого-то – это болезнь. Беседовать с дураком, глупцом – это болезнь. В тяжелой ситуации поступать легкомысленно – это болезнь. Подстрекать к беззакониям – это болезнь. Любить, чтобы тебя считали правым – это болезнь. Много сомневаться и мало верить – это болезнь. Смеяться над сумасшедшими и припадочными – это болезнь. Сидеть развалясь, не соблюдая ритуала – это болезнь. Некрасивые слова и злые речи – это болезнь. С презрением и небрежно относиться к старым и малым – это болезнь. Злое отношение и некрасивое поведение – это болезнь. Все время изменяться, не имея собственного мнения – это болезнь. Быть слишком привязанным к веселью и шуткам – это болезнь. Любить ограничивать людей – это болезнь. Хитрость и льстивость – это болезнь. Желая получить что-либо, добиваться обманом – это болезнь. Быть лживым и нарушать свои обещания – это болезнь. Буянить и бесчинствовать, напившись вина – это болезнь. Ругаться и сквернословить по поводу ветра и дождя – это болезнь. Желать убить за злые слова – это болезнь. Побуждать к прерыванию беременности – это болезнь. Занимая, не помнить о возврате – это болезнь. Вмешиваться в чужие дела – это болезнь. Подглядывать украдкой – это болезнь. Взяв в долг, скрываться от кредиторов – это болезнь.
прислушиваться к противоположному мнению – это болезнь. Любовь к резким отказам – это болезнь. Настойчиво приставать к женщинам – это болезнь. Из-за старых заблуждений вводить в заблуждение другого – это болезнь. Разорять птичьи гнезда, разбивать яйца – это болезнь. Убивать зародыш, резать плоть – это болезнь. Причинять вред посредством воды и огня – это болезнь. Смеяться над слепыми, глухими и немыми – это болезнь. Побуждать вступлению в брак – это болезнь. Поучать людей делать провокации – это болезнь. Поучать людей делать зло – это болезнь. Менять свое отношение к попавшему в беду – это болезнь. Желать несчастья, призывать беду – это болезнь. Увидя что-то приятное, желать обрести – это болезнь. Силой отнимать у людей вещи – это болезнь. Лао Цзюнь молвит: «Если помнишь о необходимости избавления от этих ста болезней, тогда не случится с тобой беды, а все недуги и хвори пройдут сами собой. Всегда получишь помощь и поддержку в трудности и опасности, а дети и внуки твои никогда не лишатся поддержки небес». Восхваление 100 лекарств. С древних времен мудрецы стремились совершать добро и в самых незначительных мелочах. Не было ни малейшего проступка, который бы они не исправляли. Если ведешь себя таким образом, то можно сказать, что ты принимаешь лекарства. Вот эти 100 лекарств. Соблюдение ритуала в движении и покое – это лекарство. Податливость тела и мягкость характера – это лекарство. Широкое поведение и доброта в сердце – это лекарство. Соблюдение меры во всем – это лекарство.
отказываясь от выгоды, руководствоваться чувством долга. Это лекарство. Не брать сверх того, что тебе положено. Это лекарство. Стремиться к моральной силе, отвергая соблазн плоти. Это лекарство. Избавляться от желаний в сердце своем. Это лекарство. Несмотря на неприязнь, проявлять любовь. Это лекарство. Стремиться к разумному использованию всего. Это лекарство. Желать людям счастья – это лекарство. Спасать в беде, помогать в трудностях – это лекарство. Перевоспитывать глупых и наивных – это лекарство. Призывать к исправлению склоняющихся к смуте – это лекарство. Предостерегать и увещевать молодых и незрелых – это лекарство. Наставлять и просвещать заблудших и ошибающихся – это лекарство. Помогать старым и слабым – это лекарство. Использовать силу, чтобы помогать людям – это лекарство. Сочувствовать покинутым, жалеть одиноких – это лекарство. Быть милостивым по отношению к бедным и помогать просящим подаяние – это лекарство. Занимая высокое положение, служить низшим – это лекарство. Быть скромным и уступчивым в речах – это лекарство. С почтением и уважением относиться к младшим по рангу – это лекарство. Не требовать возвращения старых долгов – это лекарство. Быть способным на искреннее сочувствие в горе – это лекарство. Быть правдивым в словах, сохранять искренность и доверие – это лекарство. Отказываясь от изворотливости, стремиться к прямоте – это лекарство. Не спорить, выясняя, кто прав, кто виноват – это лекарство. Сталкиваясь с агрессией, не реагировать грубо – это лекарство.
претерпев оскорбления, не храните обиды. Это лекарство. Уходить от зла и стремиться к добру – это лекарство. Уступая лучшее, брать себе худшее – это лекарство. Уступая большее, брать себе меньшее – это лекарство. При встрече с мудрым обращать критический взор на себя – это лекарство. Не проявлять себя, выставляясь на показ – это лекарство. Уступая заслуги, брать на себя самое трудное – это лекарство. Не хвастать своей добродетелью – это лекарство. Не умалчивать о заслугах других – это лекарство. Не жаловаться при тяжелой работе – это лекарство. Скрывать тайное зло – это лекарство. Будучи богатым, подавать нищим – это лекарство. Продвигаясь и возвышаясь, владеть собой – это лекарство. Будучи бедным, не досадовать – это лекарство. Не преувеличивать свое значение – это лекарство. Хорошо относиться к успехам других – это лекарство. Не любить тайную корысть – это лекарство. И в приобретениях, и в потерях созерцать самого себя – это лекарство. Тайной добродетелью творить милосердие – это лекарство. Не ругать и не поносить ничего живого – это лекарство. Не обсуждать других людей – это лекарство. Благие слова и добрые речи – это лекарство. В своих бедах и болезнях винить самого себя – это лекарство. Не уклоняться от трудностей – это лекарство. Делая добро, не надеяться на воздаяние – это лекарство. Не ругать домашних животных – это лекарство. Желать людям исполнения их желаний – это лекарство.
успокаивать свое сердце, устремляясь в монастырь. Это лекарство. Достигая безмятежности в сердце, успокаивать ум. Это лекарство. Не помнить старого зла. Это лекарство. Исправлять заблуждение и избавляться от зла. Это лекарство. Слушая увещевания, стремиться измениться. Это лекарство. Не вмешиваться в чужие дела. Это лекарство. Сдерживать себя в гневе и раздражении. Это лекарство. Развеивать поток мыслей и раздумий. Это лекарство. Почитать стариков. Это лекарство. Из-за закрытой дверью строго блюсти себя. Это лекарство. Воспитывать в себе сыновнюю почтительность и родственную любовь. Это лекарство. Искоренять зло и поощрять добро. Это лекарство. В чистоте и честности довольствоваться судьбой. Это лекарство. Помогая людям сохранять верность. Это лекарство. Помогать во время стихийных бедствий. Это лекарство. Бороться с подозрительностью, избавляться от сомнений – это лекарство. В безмятежности и покое быть добрым и приветливым – это лекарство. Чтить и уважать тексты мудрецов – это лекарство. Думать о божественном и помнить о пути – это лекарство. Распространять мудрость – это лекарство. Делая важное дело, не обращать внимания на усталость. Это лекарство. Чтить небо и уважать землю. Это лекарство. Оказывать почтение трем светилам. Это лекарство. Хранить безмятежность покоя в отсутствии стремлений – это лекарство. Быть доброжелательным, покладистым, скромным и уступчивым – это лекарство. Не стремиться накопить богатство –
это лекарство. Не нарушать заповедей и запретов – это лекарство. Честность, бескорыстие, вера и доверчивость – это лекарство. Не жаждать богатства – это лекарство. Если пуста повозка, помоги тому, кто с грузом. Это лекарство. Прямо критиковать, сохраняя верность, это лекарство. Радоваться тому, что у человека есть потенция, это лекарство. Стремиться поделиться с обездоленным – это лекарство. За старика поднести тяжесть – это лекарство. Избавляться от эмоций, отказываться от привязанности – это лекарство. Быть добрым в сердце и отзывчивым в мыслях – это лекарство. Стремиться побуждать людей к добру – это лекарство. Имея богатство, быть милосердным – это лекарство. Пользуясь высоким положением, делать добрые дела – это лекарство. Лао Цзюнь молвит: «Это и есть 100 лекарств, ведь болезнь возникает у человека в связи с ошибками и грехами, которые он совершает, не осознавая, не видя причины, а причина заключается в питье, пище, ветре, холоде, тепле, дыхании ци, которые являются непосредственными возбудителями болезни. В связи с тем, что человек нарушает правила, противоречит истине, дух Шэнь приходит в такое состояние, когда душа Хунь исчезает, а душа По погибает. И когда их нет в телесной форме, плоть и мышцы становятся пустыми, так что семя и дыхание не удерживаются в них. А потому внешнее воздействие ветра, холода, болезнетворного дыхания ци способны поразить организм. Потому человек мудрости, даже пребывая в уединении отшельничества, не осмеливается творить неправедное, а занимая большие должности, он не осмеливается стремиться к выгоде. Он одевается по потребностям тела, а питается в меру нужды организма. Даже будучи богатым и знатным, не осмеливается потакать своим желаниям, а будучи бедным и низким, не осмеливается нарушать заповеди. Потому извне ничто не причиняет ему вреда, а внутри не возникают болезни.
Так разве можно не относиться к этому со всей серьезностью? Лао Цзюнь. Рассуждение о 100 заболеваниях и путях исцеления.